всех приветствую. Сегодня мы проведем необычайный опыт. Приобрел я жидкость для очистки воды. Тюбик маленький, рассчитан на 10 литров. Все реквизиты я выложу под видео, где и что и как. Называется он Эко-матрица. Здесь есть подробная инструкция, как им пользоваться. Нам также понадобится этот бинт, чтобы профильтровать воду. Мы воспользуемся быстрой очисткой воды. Это 60 минут нужно выждать. А вот по большому правилу там написано, что надо подождать 8 часов. Вторая камера будет снимать беспрерывно процесс бутылки. На литр надо 25 капель. Капель добавить. Бутылка у нас объемом 1 литр как раз. Сейчас я зайду в воду, наберу святой воды. Также я взял с собой активированный уголь. И 65 метров счастья. Вот так. Кристально чистая. На глубине, кстати, 5 метров можно уже пить без фильтрации. Плавает, конечно, осадок. Мы сольем. Был литр. Есть литр. Берем средство. И добавляем 20 капель. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать. Данной бутылочки, как мне сказали, хватает на 10 литров вроде бы. Рассчитано. Да, маленькая бутылочка рассчитана на 10 литров. А большая баночка есть объемом. Здесь не указано, я ее с собой не брал. Выложу вам. Наблюдаем за процессом. Фильтрации, ну, уже отстоялась. Прошел час. Нам понадобится чистая бутылка. Ну, любая емкость чистая. Она у нас есть. Я взял с собой леечку. Можно использовать любой кусочек ткани. Я буду использовать бинт. Я вижу, что в бутылке появились такие комки, типа как водоросли, не водоросли. Ну, то есть какая-то смесь поднялась. Сейчас еще ближе посмотрю. Берем бинт, слаживаем несколько леечку. Все тут такое вот сверху плавает. Буду вам показать. А вот и на дне плавает штука. Вот видно, может. Будем пробовать. Ну, запаха нету, практически. Ставим. Пахнет бинтом только. Вообще ничего не чувствую. В сыром виде я дома попробую.
вода закипела уже, прокипела пару минут. Сейчас наливаю чашку, поставлю, чтобы остывало, и попробую, как оно. Вода остыла, ничего в ней не плавает, ничего нету, но запах, ну, только сосновыми шишками. Не знаю, вода какая. Сверху теплая сосновая. Вишня печеная. Ну, мне кажется, что тест прошла. Берем мивинку, открываем, чтобы уже так точно наверняка, бросаем, высыпаем, берем масло. Данное средство себя показало хорошо, претензий нету, все отлично. Мы еще, правда, выберемся больше в лес, там есть такое, как бы, болотце, попробуем оттуда воды набрать, уже проверить, но это уже в следующий раз. Вина моя почти запарилась, водичка еще обычная осталась. На этом мы наш обзор завершаем. Контакты, как я говорил раньше, выложу внизу под видео. Спасибо. До новых встреч. Кому понравилось, ставьте пальцы, оставляйте комментарии, задавайте вопросы.